Изучение другой культуры методом погружения. В Самарской области началась подготовка к фестивалю молодежного интернационального творчества «Art Ethnomix». С инициативой его проведения выступили Ассамблея народов Самарской области и Самарское казачье землячество. Их поддержали областные и городские власти. Идеи конкурса – изучение культур национальностей, представители которых проживают в 63-м регионе, с помощью разучивания их песен и танцев. К примеру, немцы могут исполнить армянские песни, а евреи станцевать татарский танец. Есть понятие присвоения, есть понятие освоения культуры. Присвоение, когда я посидел и посмотрел, как танцуют немцы. Да? Это я посмотрел, я познакомился, я знаю, приблизительно видел, что это такое. Но для того, чтобы освоить, надо попробовать чего-нибудь самому на немецком или на татарском языке спеть, плясать и так далее. И вот идея этого проведения этого конкурса как раз в том и состоит, чтобы этнические вот эти вот коллективы, этнические исполнители исполняли не собственные этнические произведения какие-то, а произведения других этносов. Отборочные этапы конкурса будут проходить в течение полугода. Участники фестиваля могут выступать лично, либо представлять национальные центры, детские школы искусств, производственные предприятия. Возраст до 35 лет. Сначала пройдут межрайонные отборочные туры, а в завершении – областной. А второй этап, это уже областной конкурс, будет проводиться между победителями межрайонных конкурсов уже в городе Самаре. Конкурс пройдет в 6 номинациях, 3 из них индивидуальные – исполнение песни, танца, а также песни с элементами танца, и 3 такие же, но коллективные. Виктория Шара и Сергей Баскин. События.